Спасибо. Блин, что-то зарядка садится, конечно, быстро на телефон. Спасибо. Биг жрет. Да, Биг жрет зарядку. Надеюсь, еще аккумулятор не жрет мой бедный. Он этот долбоёб пишет до сих пор. Давай, давай, пиши. Да, это специально, типа, вводит на эмоции, такое, типа, чтобы на него обратили внимание. Давай, давай. Всем на тебя плевать. Господи, поддаваться таким смысла нет. Просто это смешно и жалко. Что я должна вот тут с говном воевать? Нет. Ростова. Так, а где мои наушники? Сейчас, подождите. Какая разница, они еще приедут в Ростов? Спасибо большое. Это, конечно, очень щедрый человек. Я надеюсь, я наушник не потеряла. Слава богу. Приезжай. Ну, пускай. Я могу сегодня быть в Ростове, завтра в Москве, послезавтра в Санкт-Петербурге. Андрей, спасибо. Приезжай, приезжай. Улица Пушкина, дом Колотушки. Спасибо большое. Я говорю, с такими темпами, блин, я закрою план, то, что мне очень хотелось, потому что я... Не вела эфира, наверное, 3 месяца, потому что были проблемы кое-какие. Двадцать пять.